На территории Уфы более 7 тысяч незаконных построек. Такие цифры были озвучены администрацией города. Сюда относятся гаражи, деревянные постройки, погреба и голубятни. В последнее время ведется активная работа по их ликвидации. И мэр города призвал более взвешенно подходить к этому процессу. Переформатируйте свою, так сказать, эту репрессивную машину. По голубятням надо людям помочь. У меня, кстати, в почте тоже есть обращение. Люди, наоборот, просят, значит, разрешение построить новые голубятни. Особого разрешения это для этого мэра не нужно. Это обычная работа, которая, значит, проводится советом многоквартирного дома управляющей компании. Поэтому здесь вот надо еще раз внимательно посмотреть, потому что, ну, где голуби, там дети, там увлеченный человек находится. Лучше такими вещами пусть занимается, чем курочат лифты и ломают, значит, малоархитектурные формы. Вот работу по сносу гаражей Ирик Елалов поручил продолжить, несмотря на то, что за последний год убрали около 3000, еще столько же остается снести. Причем снос продолжится не только во дворах, но и в межквартальных проездах.